Привет, ребята, с вами Ультраст, Fate Grand Order, и мы будем крутить гачу на Arcveit Мунканстера, которого в данный момент ввели вот в игру. Поехали, 50 круток есть. Я такой юный, испытываю светлые надежды насчет своего будущего. Вот, ФГО, да. И да, круток дали мало, потому что я не достоин получить много круток. Вот, спасибо за пожелание удачи. Вот, максимально могли дать за прокачанных персонажей 900 кварца, а мне, значит, кинули в мою эту шапку, которая лежала передо мной, кинули 100 кварцев. Да, это машина, извините. Эх. Зачем тебе арк? Ну да, действительно, зачем мне, фанат Цукихиме, нужен арк? Кого дали? Альтер-эго клоуница. Ну, неплохо, наверное. Не то чтобы она мне сильно была нужна, но спасибо. Топовая анимация выпадения. Лунный рак АОЕ. Причем сильная. Понял. Папаня. Давай толкни речь. Да, выпало. Шикарно. Радостно. В скобочках нет. Отец года. За всех слуг. Ну, 900 за всех, что есть. Но там людям по 300, по 400 упадало там. А мне 100. Этого облика последующий не очень. Первый больше всего подходит. Угу. Слава, приветствую. Одна у нас надежда сегодня. Это на стрим по девочкам-лисичкам. Да, ФГО, как всегда, меня деморализует, так что и 430. Ну, ты древний, как бы. Ну, хотя пару сотенок я ожидал, а мне, как бы, нет, на. Иди отсюда, мальчик. Артур и Мунканстер. Нет, ну, ты шутишь, типа, не выглядит похоже. Ну, это ж вопрос к художнику, почему он так рисует. А Свиси, я не видел, что в арке запихнули всю и в пачку. Ну, типа, одна альтер-эго и вторая альтер-эго, и, короче, вот ты понял. Качай слуг и будет тебе кварц. Что за фигня? Ну, слушай, ну что за фигня? Конечно, спасибо за это. Да, замечательно. Радость. Это ж не так работает. Они то могут бесплатно дать тебе просто так что-нибудь, то за репост каким-нибудь дать, то еще какой-нибудь там розыгрыш устроить, там что-нибудь раздать. Как бы это так работает. Вот давай, скажи, положи мне руку на сердце, Дарнелл, что ты точно знал 100%, что на стример разработчиков и по итогу по этому патчу годовщин точно будут давать кварц за каждую прокачанную услугу. Ты этого знал, ты этого не знал, никто этого не знал. О, круто. Здравствуйте. Григорию привет передавайте. А ты скилл с абортом прокачивать не можешь? Какие пару сотен? Ага. Двести пятьдесят. Угу. В прошлый раз, я не помню, задали больше, но ладно, переживу. А мне вейвер упал, ох. Да лучше вейвер упал, у него хотя бы второй БНФ появился. Сегодня вечером еще 120 дадут. Ну тогда ладно. Один покупной кварц, один ролл. Ну да, так считается. Удачи тебе, Луфаса. А зачем рисовать счет новый, когда есть уже идеал? Ага. А дадут еще 122. Понял, Влад, спасибо. Просто кастер, куда я его воткнул? Я, конечно, рад, что он 5 звезд выпал, но это кастер, как бы. Что я с ней делать-то буду? Вот в чем вся заковыка. Что мне делать-то? Какой сейчас контент так же, как в прошлый год выпускали, или раз бы уже стали? Все выпускается, все выходит. Вот, например, сегодняшнюю трансляцию в честь годовщины смотрела ФГОшный. 175 тысяч человек в онлайне.
То есть у игры это все отлично с популярностью в этом плане. 260 роллов, ужас какой, Александр, печально. Теперь будет куда больше Art of Park. Ну да, где у них там будет короткая юбка, там все дела. Осуждаю. Даже больше 200. А, ну мне скриншоты, которые кидали с новостями, там было 175, так что может там где-то в пике уже было 200. Не знаю. Насчет внешности лажа немного. В новелле Arkwright не столько сильно похож на Sable. Ну да, это жесть какая-то. Ну, захотел, сделал, как бы. Отвратительно ли это? Да, отвратительно. Ну, визуальное изнасилование мне гораздо менее проблемное, чем сюжетное. Но они и с тем, и с другим справляются. Так сказать, сразу видно руку профессионала. Отсоки давно вышел, только Юч еще не набил руку, а только на фейте. Ага. Ну, Анастасия, серьезно, это типа рейтап на 5 звезд мне прокнул в таком виде. Класс. То есть, по сути, она стащила мне мой шанс. Круто. Она как на сцене Сакида должна выглядеть. Ну, а она, наверное, должна выглядеть... Наверняка есть какие-нибудь арты в этой вашей новелле ремейковой. Возможно. Кастер Артс можно оформить через те костурки. Ты про Анастасию? Зачем мне качать ее, когда у меня есть Дарья Донцова? А уешная все то же самое делает. Один покупной кварц, один ролл? Да. Вроде я уже ответил, я не знаю. Си? Художник набил руку рисовать одно лицо? Да. И что это у нас? Круто. Я вроде как должен обрадоваться, и я как бы рад. Странная ситуация. Странная. Это как, знаешь, это как вот если ты пошел, не знаю, в какое-то медицинское учреждение, чтобы тебе зуб починили, а вместо этого тебе говорят, зубы мы сегодня не чиним, но зато вы выиграли бесплатную операцию по увеличению своих гениталий. Вот, до 50-сантиметрового размера. Бесплатно все сделал, полностью медицинское обслуживание, все будет бесплатно. Ну такой, но я хотел, чтобы мне зуб починили, у меня зуб болит. А тебе говорят, нет, но зато теперь у тебя будет как у коня. Ну, то есть ты вроде как рад, а вроде как чувствуешь, что, ну, твоя проблема нифига не решилась, и что теперь с ней делать? Вот пример такой ощущение. То есть, с одной стороны, 2-5 звезд получить, конечно, было приятно, а с другой стороны, это, конечно, странная фигня. Очень странная фигня. Плохой? Нет, перс-то хороший, просто это совсем странно вышло. Перс хороший, этот, как он там, Энкиду, крутой чувак. Правда, у меня есть ему замена, как бы уже довольно давно. Та же самая с Катах, она вполне плохо справляется. А когда еще Фегос только 5 звезд лук выпадет за 50 круток, вот казалось бы, ну типичный Фегос. Согласен, повезло очень сильно в этом плане. Ты вроде должен быть рад, но не рад. Вот. Тракмит можно теперь ивент оформить, ага. Просто надо скипать. Что именно? Тебя просто деморало еще количество выданного кварца. Ну и возможно это. Хотя с другой стороны, 2-5 звезд дали. Круто. Как на клиент видно то, почему не стоит играть в ФГО. Да нет, в ФГО играть тяжело, потому что тут нет автобоя. Вот это большая проблема. А гача, ну... Покрутите вы оружейный баннер в геншине, честное слово. За 143 кварца нереально. Ага, 90 луи плюс 6 кварца. Ага. Круто. Тут 4-звездочные что-то падают. Не 4-звездочные теперь падают, кстати, реже. Гораздо реже.
Шикарно. Это как когда я крест открутил, а мне выпал фурии. Он вроде как и не сильно слабее, и юзаю его чаще. Я все равно чувствую, было такое, будто тебе плюнули в лицо. Да. Именно так. Что-то мне где-то кварц еще обещали дать. Жаль, протагил еще не ввели, а баба Марлю вводят. Бабу Марлю? Серьезно? И что, мне здесь кварц уже должны были дать? Нет, мне кварц дадут, если я ее прокачаю. Спасибо. Знаете, меня бы больше устроило, если бы они мне пару миллиардов денег дали бы в честь годовщины вместо кварца. Кварц заберите, а дайте пару миллиардов. Я бы хотя бы слуг, какие у меня есть, качнул бы за четвертое вознесение. Ну вот тролли, тролли, ребята, это по-другому не называется. Эх. Ну, теперь пошли крутить унизительно по одному. Это не Бланкида, нет, я ж через этот скотах играл. Был доволен, кстати. Выпала Арк, Альтера, Ланселот, Себер, Зеноби, Антуанетта, потеж. Ну, не знаю, мне ничего не падало. Ну, кто на этот раз? Дрейк? Угу. Да ладно. Как говорит Якубович, да ладно. Ну, допустим. А, ну, да я и не собирался вообще-то в идеале ее получать. Круто. Спасибо, ребята. Она еще так исчезает пафосно. Ну, допустим. Не была бы, конечно, такой Сейбер. Какой отстой. Убери другой. Убери вид. Какой отстой. Сейбер с выпущенными глазами. Ладно, лучше бы она в платье просто стояла. Она будет в платье выглядеть или она как... Пусть она в платье ходит. Не хочу, чтобы она ходила в другой одежде. Пройтилась простую арку, да. Тайпмун, отключаем подкрутку. Шоковое состояние, да. Что-то про Геншин сказала. Возможно. Прокачивая второй скилл и можно фармить. Звучит шикарно. Так, шикарно. Просто шикарно. Ну что ж, что могу сказать. Я доволен. Все. На этом заканчивается наша гача. За где-то там чуть больше 50 круток мы получили 3-5 звездочных персонажа, включая вот Арквейд. Неожиданно. Так что всего хорошего, удачи. Пока-пока. Успел все-таки, а? Настя, Энкиду Ярк зачем-то круток. Ульт. Признавайся, созванивался сегодня с Насу, договорился о подкрутке. Поздравляю. Спасибо, спасибо, Фион, успел.